Жителя Тараза, перевозившего в машине более 24 килограммов наркотиков, задержали полицейские в Жамбулской области. Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области в ходе проведения ОПМ Карасура-2024 при проведении оперативно-розыскных мероприятий в предписковой зоне Меркенского района была остановлена автомашина марки «Киа». Автомобиль под управлением 28-летнего водителя следовал из предписковой зоны в сторону Тараза. В салоне транспортного средства находились трое пассажиров – 24, 26 и 28-летних жителей областного центра. При осмотре автомашины в багажном отсеке были обнаружены 4 полипропиленовых мешка, внутри которых изъято наркотическое средство – марихуана, невысушенная общим весом 24 килограмма 160 граммов. В настоящее время за незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере начато досудебное расследование. Задержанные дали признательные показания и были водворены в ВВС Меркенского района отдела полиции, сообщили в полиции.